5 июля в 6 часов 36 минут на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре, расположенном по адресу город Саратов, поселок Зоринский, дом 5/7. По прибытию к месту, значит, первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение в складском помещении, в котором находился материал вторсырья. Общая площадь пожара составила 450 метров квадратных. В 8 часов местного времени пожар был локализован. Тушение осложнялось недостатком воды, а также сильной пожарной нагрузкой. Личный состав работал в условиях высоких температур в специальных защитных теплоотражательных костюмах. Всего на месте пожара работало 6 единиц техники и 37 человек личного состава.